Всем привет, дорогие мои, это мой очередной заказ. Кто его видел в сторисах в инстаграме, он, конечно, был намного больше, но я очень много что отправила родителям. И в сторис снимала, что родителям отправила. Так, ну, во-первых, шоколадки, вот которые Викуська очень сильно полюбила. Молочные с кокосом и нони. Они действительно безумно красивые. Кокос тут идет такой вот сверху. Очень такие приятные шоколадки. В жару они до нас дошли великолепно, замечательно. 35 градусов было, и они приехали, не растаяли, ничего, все здорово. Дальше соль. Вот тоже маме отправляла такую соль. Это правильная соль, уэльская, содержит коллаген с пищевыми волокнами на 30% меньше натрия, да, то есть с пониженным содержанием натрия. Артикул 161-46. Она, вообще соли у нас очень много, но вот именно эта соль, она идет без каких-то либо привкусов, потому что вот мне так нравится, мне больше нравится простая соль. Дальше, вот знаете, очень вкусный чай, его сколько-то не было в наличии, вот сейчас он появился, это чабрец, кардамон, каштан. Он действительно, вот кардамон я не особо люблю, но вот в сочетании с чабрецом и каштаном он мне очень даже зашел, очень приятно, вкусно. 20 пакетиков в чае, вообще вкуснятина. Смотрите, этот чай, он идет абсолютно натуральный, без всяких красителей, ароматизаторов и так далее. Артикул 16.0.12, поэтому вкусы у них натуральные. Вот я когда ходила в магазин с хорошими чаями, вот они такие и продавались. Почему? Потому что в хороший чай ни красители ничего не добавляют никогда, и это факт. Далее, значит, клубника лайм с клевером, очень понравилось, прям очень интересный. Это зеленый чай, но я его зеленым вот так вот, как вот мы привыкли воспринимать зеленый, да, не назову, он вкусный, он классный, я зеленый не очень люблю. Артикул 16.0.69. Далее, чай Улун, это лесной орех с экстрактом каштана, тоже очень вкусный. Во всех чаях есть природные флавоноиды и польза суперфуда. И пишут, для чего нужен каштан, да, аир и так далее, да, то есть тут все прям очень хорошо расписано. Артикул 16.0.09. Я маме очень много таких вот различных чаев отправила, она их любит, она все время чаевничает, пусть пьет полезные чаи. Далее, фисташковый с ромашкой. Наша со свекровью любовь. Маме тоже отправила. Вот жду отзыв, какой ей чай больше всех понравился. Да, вот это наша самая-самая любовь. Артикул 16.053. Ну и, конечно, если это чай в пакетиках, то это чай заварной. Мне тоже нравится его заваривать, пить. Самый мой любимый из заварных в компании Faberlic — это с ломтиками ананаса, кокосом и семенами чиа. Безумно вкусный чай. Один раз попробовав, вы, наверное, потом обычный не захотите. Артикул 16.035. Он идет... тут закрыто же. Да, он идет в таких вот, в таком вот пакетике. Получается без красителей и консервантов, то есть так вот сложен, и тут прямо, видите, тут прямо кусочки вот этих вот фруктов, и вкус от них действительно великолепный. Нету такого вот химозного привкуса, к которому мы привыкли, да, то есть, ну, в магазине на верхних самых полках, конечно же, есть нормальные чаи, но раз чай появился у нас в компании Faberlic, ну, зачем же я пойду в магазин, ребята? Ну, и второй по любимости, если так можно сказать, чай, нет, второй по любимости вот этот, это первый, самый-самый вкусный, вот это самый любимый из пакетированных, это самый любимый из рассыпных. И вот еще такой, с ломтиками ананаса, апельсина и какао, тоже очень приятный привкус, суперский, просто суперский чай. Так, найти бы артикул 16.034. Далее соус, я вам скажу, что соус я... полностью перешла на этот соус, вообще полностью перешла. Мы не покупаем больше соус в магазине. Это правильный соус. И компания Faberlic является членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Во-первых, туда кого попало не возьмут, как вы понимаете, да, можете загуглить про это, почитать. Это классический кетчуп из помидоров черри. Идет полезные пищевые волокна, соль тоже с пониженным содержанием натрия. Кстати, вот эта соль еще содержит коллаген. Я забыла про это сказать, потому что коллаген сейчас очень модный, все пьют его, чтобы молодеть. Вот, и соль уже идет с коллагеном, это тоже шикарно. Она идет без ГМО, без крахмала.
мало, без сахара. То есть вот идеальный вариант для тех, кто любит повреднее, но не хочет толстеть, полнеть и так далее. Также провансаль легкий мы заказали. Вот, хотя, может, говорит и оливковый вкусный, но в легком все-таки 20%. В оливковом, по-моему, 45 или 55. Вот напомните мне, я вот сейчас не вспомню. Значит, 161-22. Да, в компании Faberlic теперь есть майонез. Я никак не могу привыкнуть к этому ощущению. Прямо в точку. Ребята, это здорово, это круто, это классно, это просто великолепно, что у нас так расширяется ассортимент. Делать бизнес куда приятнее, когда вообще практически в магазин ходить не нужно. Дальше, значит, каша мультизлаковая с яблоком и фундуком. Очень люблю эту кашу. Мы варим сразу по две коробки. Почему? Потому что если поем я, Катюша, Антон, Викуся, нянечка, хозяюшка по дому, ну, знаете, порой двух коробок мало бывает. Да, хотелось бы большие упаковки на большие семьи. Вот у нас много людей. Еще если бабушка с дедушкой, они сейчас строят дом, как вы знаете, в своей деревне, то вот если они еще приедут, то надо коробки 4 заваривать. Не меньше, вот серьезно, ну 3 точно. Далее, мои такие вот самые, наверное, любимые парфюмерные воды. Это сладкая такая, нежно-сладкая, ближе, наверное, к пудровой. Это Марсель, очень такая интересная водичка. А вот это Элисар, она идет такая нежная, женственная, очень-очень приятная. Воды прям обалденные. Вот такая вода есть с кристаллом Сваровски и без кристалла Сваровски. Я вот без кристалла беру, потому что мне эти кристаллы уже где-то не валяются. Слишком много кристаллов. Зачем, если я все время эту воду люблю? Далее, дезодорант антиперспирант. Ближе к лету начал уже заканчиваться. Себе заказала. Очень нравится. Отличная защита. Выдерживает и 36 часов, и так далее. В дороге я прям восхищена вот этим вот дезодорантом. Артикул 8648. У него очень приятный вкус. Вот этой вот освежающей мяты. И он такой, знаете, ну, он унисекс. Я вот могу сказать, что он унисекс абсолютный. Дальше, значит, очень мне хотелось вот такой вот шампунь, но у меня были другие шампуни, сейчас все закончилось, я вот заказала таких себе шампунек. Это он защищает от высоких температур, от пересушивания, интенсивно питает, и бывает блеск волос с них, и также UF-фильтры для сохранения яркости цвета. А еще он идет такой, знаете, мягонький, приятненький и мятненький, да, то есть так холодит голову. У него еще есть бальзам этой линейки, есть маска для волос этой линейки. И вот когда делаешь маску для волос в самую жару или после спорта, когда реально от жары кипят мозги, а ты еще час поскакал на спорте, сердце колотится, вообще тяжело в душе. Даже бывает, что иногда даже голова кружится. И вот, вот это как раз ощущение прохлады на голове, а вот самое-самое то, ребята. И вот я все ждала, пока у меня шампунь не закончился, чтобы этот заказать. Далее глубокая чистка. Чистит очень сильно, поэтому долго не держите ни маски, ни шампуни на себе, ни детокс-скраб. У кого тонкие волосы, пережженные, например, как у меня. Я тут помылась шампунем. Помылась сначала вот этим, потом шампунем, потом сделала маску этой же самой линейки и начала окрашивать вот этой вот Blonde Icon. Вы знаете, волосы стали суховатыми, стали ломкими. Почему? Потому что он слишком хорошо очищает голову. Слишком хорошо. Вот у меня Катюша им время от времени пользуется, потому что у нее жирная голова, и он ее устраивает. Но у меня не жирная голова, не жирные волосы. И, конечно, нужно делать все побыстрее. Вот я в прошлом обзоре про это не сказала, прям хочется вас предупредить. Восстанавливающая маска сливки, это для лица. Она идет с пребиотиком, очень классная. Я бывает, что ее просто так наношу и засыпаю с ней. Утром умываюсь. Отличнейшая масочка, беленькая, светленькая. Аромат у нее не яркий. Мне кажется, она подойдет даже тем, кто не любит ароматы. Она, мне кажется, что вообще практически ничем не пахнет. Артикул 1251. Ну, что она делает, да? То есть она, во-первых, вообще натуральная. У нее 93,5 натуральных компонентов в составе, процентов, да, 93,5%. Она не содержит парабенов, силиконов, этилового спирта. Она подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и неважно какого возраста. То есть она делает кожу
как бы поддерживает баланс микробиома кожи и восстанавливает ее естественные защитные функции. Также тут идет в составе натуральный пребиотик, который помогает коже справляться с ежедневными стрессами. Вот, и еще усиливается иммунитет самой кожи. Вот, кожа у нас самый большой орган, как вы знаете. И, конечно, приятно, что такие вот действительно действенные масочки есть. Я с утра после нее встаю, у меня все разгладилось, личико посветлело. Как-то приятнее, я сама себе даже нравлюсь. Как будто, вот знаете, такое ощущение, что я наконец-то 7 дней просто тупо лежала и отдыхала, и питалась только ПП, только полезным и так далее, и так далее. Да? То есть вот такое вот ощущение приятно с этой маски. Поэтому, ребят, попробуйте. Я ее просто вот не толстым слоем наношу на ночь и иду спать. Она впитывается. С утра уже вообще смывать нечего. Подушку я не морала ни разу, потому что я не сразу вот прям нанесла и легла, а ложусь там минут через 10-15. Я еще люблю попить какой-нибудь зеленый чаек на ночь, потому что я пью без сахара. Я люблю посидеть в телефоне, потыкаться, чаек попить, потом иду спать. Дальше, вот, кстати, маска вот от этого вот шампуня. Очень классно охлаждает, вот, и как бы и охлаждает, и защищает, в общем, великолепная масочка. Прям вторит вот этому шампунчику все, что я писала, и тут то же самое написано. Артикул 77-69. Что мне понравилось, вот эта пара, она не облегчает волосы, не утяжеляет, там не делает кудряшки. У меня бывает, что они вьются, если прям такой шампунь, ну, попадается, интересно, они вьются. Тут прямо вот идеально, как мне надо, как я хочу, они лежат хорошо, волосы. А дальше, значит, маска для глубокого становления с маслом амлы, питает волосы по всей длине, укрепляет корни волос и стимулирует рост новых волос. Артикул 89-77. Кстати, у нее очень приятный аромат такой свежей зеленой травки. Очень вкусно. Знаете, что напоминает? Вот когда вы идете, ну, может, по городу гуляете или еще где-то, и вот траву косит машиной, и такой аромат от травы исходит. Вот это вот, ну, не знаю, наверное, один в один. Ну, мне так кажется. Да, это Катюшкина серия Арису. Она очень любит эту линейку, потому что у нее свои длинные волосы, она их не красит, не портит, как ее мама. Вот, поэтому она пользуется этим. Для меня эта линейка слабовата. У Катюши же прям вот зашла в душу. Ну и, конечно, Арису. Конечно же, это Корея, скорее всего, да? Корея, да. И, конечно же, хотелось, ей хочется вот что-то такое. Значит, шампунь 77-21, бальзам 77-24. Для натуральных волос идеальная линейка. Вот кто пользовался, тот поймет. Ну и суперинтенсивная маска, которая слегка утяжеляет волосы, но опять-таки восстанавливает очень хорошо. А эта маска питательная для всех типов волос. Артикул 82-12. Из недостатков, да, я еще раз повторюсь, утяжеляет немножко, слегка утяжеляет. Не прям, что вот вы сделали маску, смыли, и вы ходите приплюснутые. Нет. Но есть такой эффект, что вот волосы быстрее мораются, допустим, да, и что-то такое прочее. Но еще и у нее второй минус для кого-то будет. Для меня это плюс. Очень супер яркий, прямо насыщенный, прямо такой ароматище, прямо бьющий в нос вот этой вот органы и всего-всего прочего. Хотя масочка светленькая, консистенция у нее хорошая, но вот этот вот, ой, прям обожаю, прям захотелось открыть и нюхнуть. Не поверите, как я люблю этот аромат, я прям кайфую. А что она содержит? Давайте с вами поговорим о пользе. Значит, натуральное масло, органа, авокадо, абиссинское масло, аргинин моментально преображает волосы. Вот. Далее, значит, эта маска, она глубоко воздействует на структуру, восстанавливает поврежденные участки волос, возвращает волосам целостность, защищает от повреждений. То есть такая вот крутая масочка. Дальше мой любимый скраб. Он не супер густой, он хорошо, кстати, пенится. Вот. Он идет как антицеллюлит. Но я, конечно, в этот эффект не особо верю, но вот этот аромат, свежий аромат грейпфрута для меня просто вот награда, если честно. Я прям кайфую с него, да, вот видите, какой он клевенький, хорошенький. Он, мне кажется, что он средней жесткости. Почему? Потому что он хорошо скрабирует кожу, но он ее не травмирует, да, то есть, ну, как бы все прям идеально. Артикул 12.37. Написано, что он тонизирующий скраб, актив для тела, антицеллюлитный. Дальше, двухфазное средство. Я помню, у меня с такого средства щипало глаза. Тут я последний раз снимала нашу новую тушь, которая ничем не смывается. Боже мой, ребята, в жару, с накрашенными ресницами, и я не панда. Это просто великолепно, да, наша вот эта новая тушь.
Так, сейчас я ее вам покажу. Вот это вот наша новая тушь, артикул 5269, просто вот хвалю, красотка, красотка, экономит нервы, такая вот у нее кисточка, она, конечно, объем не придает, как указано в каталоге, но вот эта вот стойкость обалденная, это просто вот, вы представляете, в жару сходить на речку, на карьер, искупаться, выйти и не смотреться в зеркало, потому что тушь на месте, тушь на ресницах, и она точно не размажется. Ну, мечта, мечта любой девушки. Вот, но она ничем не смывается вообще, ни пенками, ничем. И вот я заказала вот такое вот двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Потом Антон говорит: слушай, у тебя же с этого средства глаза опухали. Я говорю: слушай, да, но вот тут я сняла его, и у меня никакого плохого эффекта, ничего не было. Скорее всего, что-то поменяли, заменили в этом составе. И все отлично. Артикул 1242. Вот, если будете заказывать вот эту тушь новинку, то только с этим средством. Вот, никакое гидрофильное масло, ничего мне не помогло. И Оля Дубяга тоже гидрофильным маслом пробовала, ей тоже не помогло. Далее, значит, маска детокс для лица с древесным углем. Люблю ее делать. Трачу целиком, от декольте до ростов, да, волос вот на голове, прям всю полностью за один раз. И действительно, кожа такая, ну как вам сказать, такая розовенькая, свеженькая, ну блин, как и поросеночка. Сезон ссадин, укусов, синяков и так далее, конечно же, малофтилин. Он идет для лица и тела, для нашей Викуськи, артикул 70-912, от всего, от любых воспалений. А дальше заказала вот такую вот великолепную четверку. Очень давно ими не пользовалась, хочу попользоваться. Эта сыворотка можно смешивать с кремом серии Варио или использовать самостоятельно. Значит, первая сыворотка — это сияние. Она идет для борьбы с тусклым и неровным цветом лица. Вторая идет защита от морщин, то есть для эффективной борьбы с вертикальными и горизонтальными морщинами. Третья идет аквалифтинг, эликсир для борьбы с обезвоженностью, стянутостью кожи и морщинами. Вот ее очень классно наносить перед макияжем. Очень классно. Она действует практически мгновенно. Мне это очень нравится. Далее антистресс. Она идет как разноправленный эликсир для борьбы с усталостью кожи, повышение иммунитета и улучшение ее внешнего вида. А минусы. Так как я их уже не первый раз заказываю, в общем-то, да, значит, минусов у них очень мало. И для меня эти минусы в плюс опять-таки. Почему? Потому что у них очень яркие ароматы. Просто яркощие ароматы, ужасные. И бывает еще такое, что вот, ну сейчас вот этого нету, да, а бывает такое, что вот тут в пипетке оно засыхает и пипеточка не работает, да, то есть вот такой вот у нас идет аквалифтинг, он прямо сразу увлажняет, сразу впитывается, не оставляет ни жира, ничего, да, то есть прям все мгновенно. Прям хвалю, очень люблю этот аромат, яркий прямо, свежести такой, да. Ну и они не все такие вот, да, цветные есть, которые идут бесцветные или прозрачные, да. Ну вот это, видите, как масло, например, да, аквалифтинг. В ней вот так бывает, в пипеточке насыхает, в этой нет, в этой никогда не насохнет. Да, то есть вот такой вот аквалифтинг, да, вот она, видите, побежала, поплыла, то есть такая вот приятная водичка, она впитывается еще быстрее. Еще раз хочется напомнить, тут есть и крем для век этой линейки и все, но я вот только вот эти штучки заказываю, потому что они мне нравятся. Их можно использовать под любой крем, ребята, не обязательно только под этот, да, еще вот такая вот штучка, да, такая вот, видите, это сыворозочка густая, вот, а вот это... У нас с вами получается сывороточка, заклеены были, да, не расклеила я что-то, расслабилась перед обзором, да, ну, то есть это вот такая вот, видите, хоп, сразу побежала, да, то есть я думаю, консистенцию сразу видно, вот, их можно перемешивать друг с другом, наносить несколько штучек, в общем, все, что вам захочется, никакого раздражения, ничего. Но очень яркий, вкусный, бьющий в нос аромат. Поэтому тут с этим будьте осторожны. Кто не может переносить, тому, конечно, ни-ни-ни. Прям ни-ни-ни.
Далее, концентрат против выпадения волос, что-то весь закончился, вот я заказала. Хвалю его, отлично, у меня даже мастер по волосам спрашивает, Аня, откуда у тебя столько новых волос? Это, говорит, у тебя куча новых волос. Я говорю, я постоянно, как вспомню, да, то есть я сначала прошла интенсивный курс, одна ампула ежедневно в течение 6 дней, а потом я делаю поддерживающий курс, да, от 1 до 3 раз в неделю в течение 3-4 месяцев. Самый прикол в том, что я могу забыть, могу вспомнить, могу нанести, могу не нанести, но она уже работает после того, как интенсивный курс прошла. Поэтому будете, если заказывать, заказывайте парочку. Одну, потому что вы за 6 дней израсходуете, да, то есть их тут как раз, видите, 6 ампулок, идет по 5 мл, ну, вы сразу же израсходуете, вот. А вторую уже будете раз в недельку там как-нибудь, как голову помоете, так и будете пользоваться. Она не утяжеляет, ничего, это просто такая, знаете, легкая-легкая водичка, вот, которая намочит слегка волосики у корней, но потом высыхает и не оставляет после себя следа. Итак, моя любимая линейка, с помощью которой я стала ходить к своему мастеру по волосам всего лишь раз в полгода. Да, отличная линейка. Очень довольна, что она у нас есть. Она идет для нейтрализации желтизны. Значит, это шампунь. Потом идет восстанавливающий бальзам. И сыворотка. Обалденная сыворотка, ребята. Обалденный шампунь. Обалденная линейка Blonde Icon. Просто нет слов, как я ее люблю. Далее, значит, Айсеул. Ночная маска для лица. Тоже люблю ставить в ванной. Наносить ее время от времени. Да, как вот эту вот. Угу. Да, то есть как вот эту вот тоже люблю, поставлю, и она у меня в ванной стоит. Иногда шмоетесь, и уже у меня как бы есть рабочий кабинет, и в этом рабочем кабинете, если я уже закончила работу, выключила компьютер, у меня там стоит все кремы. Я ухаживаю за собой не в ванной, а именно в рабочем кабинете. И вот тут как раз вот они в ванной у меня стоят, единственные, и в принципе очень медленно заканчиваются, но заканчиваются. Иногда раз в неделю делаю, иногда, ну, как получится. Вот, она разработана в лаборатории Кореи, да, то есть просто отличная ночная маска для лица. Вот, с утра просыпаетесь, тоже свежий, отдохнувший, хороший вид. Но почему бы не пользоваться одной и той же, да, если она хорошо помогает? Вот тут я вам хочу ответить на такой вопрос, что мы с вами едим. Мы с вами пьем, едим мы разную еду, и зелень, и мяско, и так далее. И получается, нам нужны разные питательные компоненты. То же самое для кожи. Я одну серию проделала, начинаю другую серию, начинаю третью серию. Если я хочу на первую серию вернуться, то я, может быть, вернусь на нее через полгода или даже год. Да, а может, и никогда не вернусь, потому что постоянно новинки в компании, и не успеваешь купить то, что тебе безумно когда-то понравилось, потому что нужно тестировать новое. Так, отличнейший крем для лица солнцезащитный, которым я мажу все тело, всю викуську. Даже в Дубае в 40-градусную жару он работал великолепно. Артикул 2121. Обалденная солнцезащитка в компании Faberlic. Просто суперского качества. Это гель-трансформер для лица. Его можно наносить перед макияжем. Очень тоже здорово увлажняет. Он превращается в такую вот водичку. С ним еще классно делать массаж. Да, то есть, вот видите, потекло. Угу. Классно еще делать массаж. Почему? Потому что он долго скользит. И если его потолще нанести, то там есть какая-то вот увлажнялка и так далее. Вот. В общем, здорово. И аромат у него, кстати, не такой уж и тяжелый, как казалось бы мне в самом начале. Он такой клевенький, да, то есть это вот, вот эта вот линеечка. Все, что мне понравилось, кстати, из линейки Айсеул. Далее, значит, это пена для ванны Викуськина. Получается, артикул 2387. Далее, детское мыло для рук 2356, как обычно в каждом заказе. Так, это что? Это опять SPF. Вот, давно не заказывала, заказала маску для глубокого очищения кожи. Буду сегодня делать, в инстаграме покажу, что получилось. А дальше, значит, крем 60+. Тоже хвалю в каждом обзоре, поэтому уже пропущу про него. Артикул 0761. Патчи. Безумно понравились патчи. Артикул 0946. Пользуюсь часто. И как-то даже после этих патчей мы, вот даже макияж глаз какой-то вот особенный. Более такой клевый и классный. Недаром, да, они делают все вот это вот так. Да, звезды, вот патчи всякие делают, а потом уже делают макияж. Вот я прям поняла, раскусила их. Как даже сказать, раскусила их тайну.
красивых глаз. Так, дальше, значит, это у нас идет крем для век Age Power и Мезоботокс крем-концентрат для лица Age Power. Очень классные штучки. Этот я беру уже третий раз, никак не могу с него слезть, понимаю, что крем нужно поменять, но никак не меняю. А Мезоботокс, он идет как крем для лица. Тут идет прямо целенаправленное уменьшение выраженности морщин, повышение упругости, увлажнение и сияние. Но тут где-то было написано применять 30 или 60 дней подряд. Вот где-то я видела в инструкции. Но, конечно же, он у меня за неделю кончился. Я как начала от груди до линии роста волос на лбу, так он у меня и закончился буквально за неделю. Хотя толстый слой я не наношу, но морщины-то везде. Ближе к 40 морщины уже везде. Поэтому мне кажется, что мне его надо пачек 5-6, чтобы вот 60 дней по-нормальному пройти курс и в тех местах, каких я хочу. Этот чистый запасник у меня есть такой, но я прям решила запастись. Это питательное масло для кутикулы. Оно идет такое вот двухфазное, с клевой, с такой пипеточкой. В нем куча просто питательных веществ. Вот так вот. Так, в нем куча просто питательных веществ. Ну, бывает, тут немножко выпало. Я после обзорчика все протру. Все тут в пленочке, поэтому ничего не повредило. Вот тут, кстати, видите, как раз у меня проблема. После маникюра отошел сильный жирный заусенец. Я его не сразу заметила. Сходила с ним и в торговый центр, и везде. Вот. А так, если бы я сразу это сделала, то все было бы окей. И не было бы этого жирного заусенца. Если бы я все помазала, у меня бы ничего не подсыхало и ничего бы не отходило. Да, то есть очень даже нравится масло. Оно идет двухфазное, то есть прямо вот так вот шикарненько, шикарненько. Да, поухаживать за своими пальчиками. Мне нравится. Сразу же все, вот понимаете, практически мгновенно начинает все мякнуть, отходить. Ну вот, ну не в смысле отходить там заусенцы или еще что-то, а именно что так вот оно, знаете, мягче и мягче становится, очень-очень приятно. Прям чувствуется, что да, вот ручки я увлажнила очень хорошо. Да, много, конечно, вылила. Ну, ничего, сколько-нибудь сейчас израсходую. Да, бывает, бывает. Да, и оно, знаете, такое долгоиграющее, вот так надолго хватает. И пальчики сразу же, да, без кутикулки, без всего. Такие прям хорошенькие. Даже если где-то было какое-то шелушение, его уже не видно. Конечно, в идеале нужно каждый день. Но мы же лентяи, вот лично я каждый день это не делаю. Вот такая вот красота. Кстати, очень приятный у него, сладкий, хороший аромат. Дальше семейный шампунь заказала, да, в пустышках промелькнул, а снова ко мне приехал. Так, шампунь Love, артикул 2730, классный шампунь, очень хорошо промывает, а волосы после него слегка мочалятся, потому что он прям до скрипа моет, поэтому без бальзама его не трогайте, им не мойтесь. Вот, но отмывает великолепно, как вы видите, я уже раз пятый или шестой его беру. Далее, шампунь-бальзам двойное питание, люблю брать его с собой в дорогу, посмотрела, что-то там не осталось его нисколько. Я беру пару штучек, пусть они стоят, куда поеду, возьму с собой. Вот, хороший шампунь, классный и аромат не яркий. А мой любимый гель для душа нежность и шелковистый вишневый цвет и хлопок. Обожаю. Артикул 2547. Мицеллярная вода, это маме. Мама очень любит эту воду, 300 миллилитров идет. Ей нравится, она прям ею все смывает, но знаете, любую мицеллярную воду нужно смывать или водой, или протираться тоником, ну что, ее нужно смывать. Отличная вода просто, ей прям 12.44 артикул. Далее, маска очищающая, артикул 0.467, отличная противовоспалительная маска, и причем это не просто маска, а можно ей и умываться, и как маску, и как скраб, и так далее, да, то есть хорошая штучка. Артикул 0.467, запах приятный, на лице классно держится, не течет. Дальше, сыворотка. Кислородная мезотерапия, сыворотка, кислородный мусс для очищения лица и кислородная пенка для очищения лица. Прям мои три любимчика стали. Я сейчас вот эту вот сыворотку тестирую. Я вам могу сказать, что она клевая и классная. И вообще Global Oxygen — это очень удачная линейка. Ну, потому что она содержит наш пертоуглерод. Далее давайте с вами посмотрим. Вот такой вот понж косметический. Артикул 95-38. Кто-то их стирает, что-то с ними делает. Я вообще ничего не делаю. Я ими в жару пару недель попользовалась. Летом, ближе к осени уже начинаю раз в 2-3 недели просто их выкидывать, менять, заказывать новые. Потому что как ни стирай, мне кажется, внутри там все равно всякие какие-бяки. Обалденная штука.
Жалко, что вот эта очищающая пенка для полости рта только в одном вкусе, да? Очень жалко. Но на самом деле она до такой степени классно очищает рот, особенно где-то после еды в какой-нибудь кафешке. Я вот часто начинаю чувствовать привкус еды после того, как поужинаю где-то, да? И вот эта пенка просто прополоскала рот, просто выплюнула, и оно даже вот этот налет даже удаляет. То есть зубки поскрипывать начинают. Мне это ощущение безумно понравилось. Прямо 5 с плюсом, да. То есть, если раньше я пользовалась спреем, то сейчас у меня вот такая пеночка лежит. Прям уже вот третий раз я ее заказываю. Дочка говорила, давай попробуй. Она попробовала в кафе и говорит, ну что, ерунда какая-то ушла, да. То есть, ну, мне вот прям вот это ощущение чистоты, оно очень ценно. Но очень ценно. Вот, далее я носочки Викуся. Носочки, значит, у нас с вами идут для девочек. Размер 20-22. Розовые артикул. А, вот, 53-822 розовые и 53-932 зеленые. Вот, кстати, я вам говорила про этот вот гель-спрей с пребиотиками для полости рта. Тоже его очень люблю. Он небольшой, глядя на эту коробочку, в любой сумочке помещается, да, ну вот как наш бывший зеленый санитайзер, который сняли с производства. Артикул 1679, очень классная штука, тоже освежает и все. У меня еще был третий бальзам, но я, к сожалению, его уже маме отправила. Значит, бальзам растирка с пчелиным ядом, вонище еще там, но хорошо помогает, да, то есть снимает напряжение, неприятные ощущения и так далее, да. Артикул 1280, ну сами знаете, для чего пчелиный яд нужен, да, вообще. А, и далее универсальный крем с аргинином, он восстанавливает, улучшает защитную реакцию кожи, причем он идет охлаждающий. Вот ребенок побежал, стукнулся, чтобы не было шишки, прям намажьте потолще это место и несколько раз за час, и вы поверьте мне, гематомы может и не быть. Ну, это я имею в виду сильные удары. Так, тут была Алиска, посмотрите-ка что. А шампунчик понравился, вот этот йогурт для волос реально понравился. Он как будто и увлажняет, и очищает, и все в одном. Артикул 2653. Ну и, конечно, ревень. Обожаю ревень, вот этот вкус детства, прям ностальгирую. Далее, вот к этому шампуню, вот такая вот питание, маска-бальзам для волос, реально тоже хорошо очень работает. Прямо волосики такие напитанные, приятные. Мне нравится, 27-32 артикул. Средство для интимной гигиены, артикул 87-22. Далее, комплекс с экстрактом череды лаванды, календулы для купания малышей 0+. Я иногда Викуське наливаю в ванну, чтобы она успокоилась, если перевозбудится. Вот она купается полчаса, я ей туда плесну, и вот она засыпает потом лучше. Артикул 17-00. Дальше, значит, мицеллярный гель для чувствительной кожи. Практически без какого запаха. Он идет с алоэ вера, молочными протеинами, гипоаллергенно. В жару хочется что-то увлажняющее для кожи. Вот честное слово, очень не хватает чего-то увлажняющего, поэтому я это тоже беру. Ну и кислородный отбеливатель, как обычно. Средства личной гигиены, как обычно. Так, дальше, значит, концентрированный гель для стирки цветного и белого. Все как обычно, мои дорогие. И вот там я вам сейчас еще быстренько покажу в коробочках. И я заказала себе три таких вот майки. Почему? Потому что мне они очень понравились. Они шикарно сидят, но я заказала размер поменьше. Я заказала 50-й. Не 52-й, а 50-й. Вот он на мне получше сидит. Да, такие вот хорошенькие белоснежные маечки с такими вот штучками. Очень классно. Да, то есть прям великолепно. Они стираются хорошо, и эти штучки не отпадывают. Как-то вот сколько стирок уже прошло. В общем, нравится. Буду носить с превеликим удовольствием. А я думаю, что тут за пятно? Это просто я где-то зацепилась, да? Ну и давайте посмотрим, потому что вот это все, что я выставляю, это, конечно же, не весь мой заказ. Вот, значит, остатки моих заказов, да, как вы видите, тут есть и каша, и чаи, и соуса вот тут вот есть, да, то есть я правда вам говорю, что я заказываю много. Мне кто-то говорил, ой, вы там говорите, на самом деле это все, что вы заказали, ходите в магазин, покупаете. Нет, ребят, я не хожу покупать в магазин, у нас три девочки, поэтому мы много стираем, много моемся, да, то есть вот, пожалуйста, это мой заказ. Вот, пожалуйста, маловтилин. Вот эту воду я все раздарила, поэтому пришлось побольше заказать. Я люблю ее дарить на подарки. Угу.
А вот, кстати, вот этого не было, да, у меня в заказе. Это набор для окрашивания волос, но я им делаю маски с ним. Артикул 9007. Далее вот пена для ванны, потому что постоянно забываю. Бальзам восстанавливающий, тот же у меня несколько штук валяется. Йогурт для волос, тоже почему-то не выставила на стол, да. Ну и вот средства для стирки. Стираем мы много. Так, это с пчелиным ядом. С пчелиным ядом. С пчелиным ядом, с аргинином. И вот еще малофтелин. Вот еще крем для век в запаснике. Вот они три маечки. Прямо безумные они мне понравились. Черные не захотела, хочу белые. Ну и спонжиков тоже пара штучек. То есть я открываю и что-то вот выставляю, да, туда, получается, на стол в единичных вариантах, чтобы поподробнее рассказать, а остальное вот так вот просто из коробок раскладываю.